Продолжаем наши с вами посадки. Я хочу посадить вот такой вот бальзамин Уллера. Давайте почитаем. Это однолетнее растение, куст шаровидной формы, высотой до 30 сантиметров и диаметром 10-15 сантиметров. Листья темно-зеленые, махровые цветы 4 сантиметра, светло-розовые окраски. Ну, не знаю, очень сильно похоже на мои любимые розы. И пройти мимо я не смогла. То есть это нельзя не посадить. Фирма Гавриш. Вот, цветет с июня до заморозков, неприхотливый, хорошо растет в полутени, предпочитает легкие плодородные почвы, достаточно влаголюбиво. Вот. Ну, я думаю, как бы достаточно легкое растение. Давайте посмотрим. У нас здесь 5 штучек. Мы с вами посадим. У меня здесь торфяные таблетки. Вот. Как замачивать таблетки есть в каждом моем видео. То есть мы их заливаем не кипятком, но теплой водой. Добавляем энерген, добавляем агат. То есть смотрите, сколько как бы добавлять на литр. У вас может быть не литр, а гораздо меньше воды. И можно HB101, можно любой стимулятор роста корней. Гетероксин, корневин, то есть, ну, что вам хочется. То есть я все это уже проделала. Вот, заготовила какое-то количество вот таких вот у меня интересных торфяных таблеток. И сейчас мы будем туда сеять все. И поехали. Я думаю, 3 семечек будет достаточно. Берем зубочистку. И туда вот. Зубочистка. Ну и чтобы у нас был целый ряд, я, наверное, посею еще одну семечку. Или даже, наверное, знаете как? Гулять, как говорится, так гулять. Тут всего 5 семечек. Посею все, что есть. Глянь, какое прыгучее. Вот оно. Семечко прям прыгает, прыгает. Вот. Ну и, конечно же, возьмем лирку и подпишем. Это у нас бальзамин. Поставим буковку B3. То есть весь ряд у нас. И здесь у нас B3. Будем ждать всходов. До новых встреч!